Тут я уж был подумал, что все, теперь-то точно инфы достаточно для того, чтобы открыть проход к центру зоны. А нет. Из документов следует, что тот самый выжигатель мозгов, который мешает проходу, не какая-то там аномалия, а устройство, собранное руками человека. И собрали ее в этой самой лаборатории X-18. Теперь же бармен посылает нас в лабораторию X-16, куда отправляли готовые части выжигателя из X-18.